чуть-чуть, 18 часов в пути, и мы вас с вами легко на Западе с Гэндемом. Ну что, я смотрю, настроение хорошее, да? Это здорово. Но если у кого-то вдруг, не дай бог, не очень, я вам сегодня попытаюсь его приподнять очень красивыми песнями, написанными очень талантливыми людьми, композиторами, авторами, ну, в основном моим другом, товарищем и с недавних пор соседом по даче Виктором Яковлевичем Дробышем. Давайте поаплодируем. Ну и, конечно, огромный, прекрасный, талантливый мной. И вот как раз следующая композиция для всех любящих сердец в этом замечательном зале. Девчонки, ребята, для нас написано Виктором Яковлевичем Дробышем и певицей Славой «Люди любят».